Ну вот, короче, я подхожу такой к этому арбузу и говорю: «Арбуз, арбуз, привет!» А он молчит. Ну, я спрашиваю у него потом: «Арбуз, арбуз, пёрни!» А, кстати, а когда обнова в ТСБ? А то у скелетика видео давно не выходило. А та хотя бы по обнове видео снимет, да и Киджей должны. Не ждали? А я вернулся. Здорово, народ, с вами Скелет. И в этом видео у нас будет плейс Realm Rampage. Плейс, который в один момент стал очень популярным, обогнав другие батлграунды по онлайну. И в сегодняшнем видео вы увидите мое впечатление об этом плейсе. Я сыграю пару каток 2v2 и не буду больше тянуть. Поехали. Давно хотел прикупить робоксы по самой дешевой цене? Тогда тебе на сайт RBXL. На этом сайте вы можете купить робоксы по самым выгодным ценам. RBXL имеет огромное количество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. На RBXL робоксы всегда есть в наличии, а для тех, кто хочет получить их совершенно бесплатно, сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями и получай робоксы с первой покупки друга, а также выполняй задания и получай за это робоксы. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо, не беспокоясь за безопасность своего аккаунта. А при покупке используйте мой промокод Скелетик, который даст вам 20 робоксов в подарок. Все это только на RBXL. Ссылка на сайт будет в описании. Так, ну что ж, ребята, здорово, народ, с вами Скелет и... Ой, ё-моё, что-то провисло. И вот и наш Realm Rampage. Плейс, точнее, в который меня просили очень долго поиграть. И, честно, плейс потрясающий. Я играл еще на старой карте, и, честно скажу, новая карта выглядит намного лучше. То есть, она какая-то более яркая, да и как-то больше подходит. И получается, что могу сказать по поводу игры. Игра, честно, охеренная. То есть, вот, я успел поиграть уже недавно. И, честно скажу, персонажи здесь просто охеренные. Давайте-ка перечислили их. Это Катакури, это у нас Джинву, это у нас Гоку, это у нас Сукуна, Дио, Ичига, Мадара и... По-моему, его Тоби зовут. Я не знаю, я не смотрел магичку. Есть какой-то апгрейд, это, по-моему, Хомлендер и рандом персонаж. Честно скажу, игра просто охеренная. Мне больше всего здесь понравился Дио, потому что, ну, я бывший игрок Юбы, так что ясен хер, мне понравится персонаж Джожа. Также мне понравился здесь очень сильно Сукуна и Ичига. Короче, в сегодняшнем видео я буду играть только на этих трех персонажах один на один. И если вы хотите, чтобы я в следующем видео сыграл на других персонажах, то давайте наберем 200 лайков, и я сниму еще одно видео по Realm Rampage, где я сыграю уже на других персонажах. А также, может быть, куплю еще ранний доступ. Честно скажу, что тут есть? Тут есть дамы разного стиля. То есть вот у нас заспавнился Луфи, вот у нас Гоку, вот у нас Годжа, тут еще... все, да? Да, это все. А, получается, три вида дами. Да, три вида дами. Гоку, Годжа и Джоторо. А, ну еще Луфи. Нет, четыре. А, получается, дами, честно говоря, хорошие. Получается, хорошо проработанные, хорошо сделанные. Ну, в принципе, нормально. Дальше что? А, карта. Получается, карте я ставлю однозначно 9 из 10, потому что... Единственное, что мне не нравится, то что карта ломается от каждой херни. То есть... Ну, понятно. Это очень сильно мешает, и вот ладно, если бы при добивании карта ломалась, это вообще охеренно. Или если при скиллах карта бы ломалась. Извините, игра не прогружена, давно не играл в Roblox. Но, ребята, она ломается от каждого чиха, удара и так далее, это, как по мне, не очень прикольно. Но все-таки это особая механика игры. Так, что мне нравится? Мне нравятся очень сильно вот эти канаты. Честно, выглядят они просто охеренно. Персонажи здесь проработаны достаточно хорошо. Некоторые персонажи даже сделаны лучше, чем в ТСБ. То есть, например, тот же самый Ичига, он сделан намного лучше, чем многие, практически все персонажи в ТСБ. А его добивание, его скиллы, и, в общем-то, короче, видно, что над персонажем поработали. Ну и получается, плейс, как батлграунд, я могу посоветовать поиграть. То есть, плейс реально классный. Если вы устали от ТСБ, сыграйте обязательно в Realm Rampage. Это реально классный плейс. Короче, здесь есть скины на персонажей. Например, на Дигу есть, на Катакури, на Джинву. На Джинву нету. И на Ичига. Очень много всего. Ранки сервера, кастом сервера какие-то есть. Общая оценка, вот именно от меня, этому батлграунду будет, ну, 9,5 из 10. То есть, плейс, да, охеренный, но чего-то ему не хватает. Как минимум, не хватает нормальной техники станов, дэша и так далее, но получается как в ТСБ. Получается, у них там в ТСБ все понятно и легко. Стан хорошо работает, да и комбо легко делается. Конечно, сейчас они игру сломали полностью, разрабы там. Вообще хер как играешь, поэтому я не играю в ТСБ. Но здесь, как минимум, более-менее получше, чем в ТСБ, я бы даже сказал. В некоторых моментах. Но в некоторых моментах, конечно, даже нет. Не хватает ему нормального файтинга завести сюда. И, в принципе,
как я и сказал, мне не нравится вот это разрушение. Но то, что мне не нравится, это ничего не значит. Это никак не влияет на оценку игры. Получается, файтинг нужно бы поменять. И, ну, я бы сказал, вот эту вот разрушимость. Все, это единственное, до чего я могу докопаться. А так, звукосопровождение, эффекты, детали, карта, персонажи. Все это сделано очень хорошо. Игра часто обновляется, за ней следят. Ну, конечно же, потому что она новая. И, честно скажу, у этой игры есть будущее. Даже больше, чем у Jujutsu Shinigans или чего-то такого. Моя оценка 9,5 из 10. Ну, в принципе, это все. Давайте, ребят, не буду больше тянуть. Переходим к шоу-кейсу персонажей и 2 в 2. Поехали. Got the rest.
Все, вот ранкет. Короче, как в ТСБ ранкет. Против них попадемся, да? Да, нас закинуло. Короче, я играть не умею, так что на меня есть еще не кричи, понял? Да ты лучше меня играешь, не ври. Вот это лицо тут у Дилу, конечно. Не, у Мадары нормально. Опа, хитнул. У меня Дио. Бля. Бля. Что-то у меня подлагивает здесь, не знаю. А, нормально. На, полетел. Я типа убил. Да ты заеб... Так, ну сука, у меня все. Блин! Ну нет, я выживу! Я не выживу! Я не умру в туалете, да? Я умер. А если типа почти своего убил, он был хпшный. Когда я его добью? Надо его его. Опа. Ой, он ливнул. Какое можно? Спасибо. Погнали. Хорош. Так, девочки, проходим на депиляцию. Нормально. Бей его, бей его. Да не! Держи его, держи его. Девочки. Давай. Он сдох, да? Да, да, первой жизни ему снято. А, первой жизни, точно. Да, у него уже даже жизнь. Девочка, проходим на депиляцию. Опа. Ёма. Чуть-чуть не прогрузил. Или... Да я в соло. Манал это в рот. Короче, я хочу тайм-стоп.
Заварда! Токио Томаре! Ладно, ладно. Убивай его, он сейчас домейн идет. Ёпта! Бей его домейн, его можно домейн убить. Он не будет выезжать. То, что он попал, это очень херово. А, я сдох. Так, а здесь нету спектейта. А, что? Спектейт. Где? Чё? Что? А, это домин. Сейчас вроде будет должен быть. Подожди, подожди, я за картой. Так, ну короче, впечатления от ВП у меня нормальные. Ну да, конечно. Здесь чуть-чуть поконченному сделано, конечно, этот, система стана и так далее, но в принципе, да, поезд нормальный. Да, здесь, если нормально сделать, то играть будет нормально. Ага, так, давай-ка вторую катку тоже. Куда? Куда? Нормально. Скорее всего, так, давай-ка я возьму на себя монарха. Ладно, ну да, на меня сукуну, кстати, я же. А, это 2 в 1, что ли? Да, это походу 2 в 1. Блин! Ой, не сукуну этого. Монарх. Да что? Что за игрой? Алло, где станы? Я своего типа убил. Да алло! Добивай его, добивай. Чтоб тебе ульту дали. На, нахер. Салам алейкум. Девочки, проходим манипуляцию. Стой. Дай я на него кину этот родроллер. Токио Томаре! Родроллер! На нахуй! Так. Так, я пожалуй, для разнообразия возьму какого-нибудь Гоку, почему бы нет. Давай, Сукуну. Капец, он тут какой-то... Он... 3, 2, 1, он там как будто по чем-то. А, ну... Ой, это Ичига и... А, ну, Сукуну. Давай я Сукуну возьму на этот раз. Что? Ладно. Херасия. Что творит, молодой? Да он просто воздух каунтер сделал. Бывает. Да алло! Осуждаю. А чё там у тебя? Да, меня в каунтер поймали. На, Black Flash! Он твой. Смотри. Ха! Осуждаю. Ага. Ну тут прям профессионал играет, слушайте. Я прям сигнул. Да прям вообще. О, бабки. Бля. Херасия. Вот это профессионал, конечно, играет. Ёпта. Сейчас будет ха. Сейчас будет ха. Ха-ха-ха-ха, угадал. Алло! Ладно. Я не убил, что ты ультанул. Все, нормально. Да, это эти... Это едейтеры, да. Короче, едейтеры, таких нужно жестко. Ой, нужны... Да, все, нужны их, короче, жестко. Слов в потоке. Две легенды до дарепа на одном бетине. Где-то шедов инфма истребляет уши этих малолеток. Суки знают эти ники, моя основа до дарепа. Я принес культуру, welcome, теперь отдавай процент. Много дел, бам-бам, много тел. Трипл рейс на моей шее, я беру их на прицел. Я физит, он заят больно, остаться ему не пределы. Мои братья на стагуме, я бегу на крик. Они медь избиты, я убью его за полчаса. Тебе здесь как липа, цены злоби
И это 60 кило... 600 килов! Не, отлетело вообще, не ударило меня даже. Однако вот вам стоит начать беспокоиться. Потому что я абсолют. И вижу все. Полетел. Да мы. Алло и Флор. Короче, там. Вот это ты очень зря сделал, мужичок. Что-то он какой-то вообще нулевый. Ну, она прям такой нормальный. Я вам проиграю, потому что у меня... нет! То есть он до меня дотягивается на таком расстоянии, я до него не дотягиваюсь, я понял. Он сейчас к себе придет. А, он тебя убил? Да, это, потому что этот тип, он unlucky. Он даже ульт, парни. По своем типе, видишь, что он ульт? Вижу. Валя, ты сними надо ульту. А, он уже ульту изнул. Вот, нормально. Сейчас нужно его тиммейта убить быстренько. Надо бей его тиммейта. Да ёпта. У меня 100 лол хп, и у меня последняя жизнь. У меня вторая жизнь еще есть. Давай, добей вас. Добил. Нет? Вот сейчас добил. Сейчас точно добил. У меня почти ульта, сейчас, подожди. Все. Я иду. Можешь убегать. У него две жизни, если что. Урига. Урига маморит! Давай, продолжай. Хана ему. Да ёпта, почему расстояние не хотел? Не, я хотел красиво добить, сейчас у меня тройка зарядится, я его красиво добью. Найс. Хороший. Бонусная. Короче, такая. Всем привет, это бонусная катка на Дио. Ладно. Всем приятного просмотра. Так, я возьму... Черненького? У меня тоже Дио. Ага, это два в один. Да, нахер хорош. Минус к атакуре. Добивай. Хорош. Командная работа. Можно похиляюсь, да, спасибо. Ну а, нахер отлетели. Хорош. У меня почти лоу хп что-то летит. Хорош.
кто скелет иду. Алло, ладно. Депиляция, девочки. Девочки, вы опаздываете. Алло, гол... Ладно, я тебя понял. Кончинайся. Давай, да. А там, всё. Уааа, метеорит! Чем? Жужи. Вот эти все нормальные челики. Да, да, кстати, прикольные. Ну что ж, вот такое видео вышло, ребята. Надеюсь, оно вам понравилось. И не забывайте про RBXL, а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Давайте наберем под этим видео 200 лайков, и я выпускаю новое. Ну, а я желаю всем хорошей учебы, удачи и увидимся снова.